Намеренно или намеренно-лениво налимо ловили. Куда вы смотрите все время? Вы туда смотрите? Сейчас будете смотреть внимание. Итак, намеренно-лениво налимо ловили. Освободите руки, уберите их, а тогда иначе ничего не получится. Намеренно-лениво налимо ловили для меня, вы ловили меня, любви не меня, любви мило молили, в туман лиман молили. Это скорость ниже средней, вообще-то говоря. Поехали. Намеренно лениво налимо ловили для меня, вы ловили меня. Для меня вы ловили меня. Для меня вы ловили меня. Для меня вы ловили меня. Хороший? Хоть и не разработан. Потому что именно из-за этого происходит очень многие плитыки. Ливле лавлоглу, пожалуйста. Ловили, 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 ловили. Для меня вы ловили меня. Для меня вы ловили меня. Для меня вы ловили меня. А любви не меняли, вы мило молили. 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 Договаривайте. А любви не меняли, вы мило молили. А любви не меняли, вы мило молили. А любви не меняли, вы мило молили. Три, 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 три. Три, 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 три. Есть две таблицы гласных. Петербургская и московская. И, э, а, о, у, и. И у, о, а, э, и, у. Так вот. Все поняли. Петербургские таблицы гласных предпочтительнее, так как не так, как и на связке. То есть, ой, пожалуйста. Ой. Ну, мы же кривляемся, пожалуйста. Ой. Когда вы чистите зубы, вы должны делать упражнение с триллерерами. Три-ри-ри-ри. В московской там сказать. В московской. И-я-у-и, пожалуйста. И-я-у-и. И-я-у-и. И-э-а-о-у-и. 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 Ежедневно должно быть упражнение для того, чтобы готовить, извините за выражение, речевой аппарат.